Прошедший дождь напомнил жителям Иркутска о довольно старой проблеме. Связана она с ливневой канализацией в городе. Существующие коммуникации не справляются с большими потоками воды. И это несмотря на то, что в преддверии лета ливневка была почищена. Но одно дело профилактические процедуры и совсем другое – действия в боевых условиях. Во время ливня и сразу после его окончания 70 человек по всему городу чистили дождеприемники. В них попадали грязь, мусор и трава. В результате вода не уходила в трубы, а оставалась на улице. Там, где ливневой канализации нет вовсе, осадки пришлось откачивать. В этой работе были задействованы 4 машины. Сегодня все последствия дождя практически устранены. Но чего ждать в будущем? Стоит отметить, что система ливневой канализации в Иркутске медленно, но все-таки развивается. Запланированы работы и на этот год. Готовятся обустроить подземными коммуникациями 33 участка дорог. Общая протяженность новой ливневки составит 32 километра.